Вы готовы узнать, что нужно для запуска игорной платформы? Давайте рассмотрим ключевые нюансы в этом видео. Итак, вы решили запустить казино-бизнес, но не знаете, с чего же начать. Каждому проекту нужен документ, который станет руководством для оператора и его команды. Предприниматель должен разработать его грамотно, чтобы охватить все этапы создания стартапа и последующий рабочий процесс. Что должен содержать бизнес-план для сайта казино? Последовательность действий. Информацию о бренде. Анализ рынка. Анализ потенциальных клиентов. Исследование уровня конкуренции. Стратегию продвижения. И финансовые расчеты. Этот документ необходим для получения лицензии. Он помогает показать потенциальным инвесторам возможности и перспективы платформы. Рассмотрим первый пункт – последовательность действий. Хотя это вводная часть, обычно она пишется в последнюю очередь и представляет собой краткий обзор проекта и план всего документа. Раздел включает описание платформы с акцентом на ее прозрачность и актуальность. Дальше идет информация о бренде. Если это новая компания, важно указать все детали о ее создании и текущей ситуации, например. Состояние бизнеса. Юридическую структуру. Иерархию коллектива. Достигнутые цели. Планы на будущее. Анализ рынка. Индустрия развлечений состоит из сотен операционных зон, каждая из которых уникальна в плане аудитории, актуальности контента и технологий. Даже крупные бренды не в состоянии сосредоточиться на всех нишах. Оператору предстоит изучить предпочитаемые тематики развлечений, популярные платформы, актуальные способы оплаты и современные тренды. Анализ потенциальных клиентов. На какие вопросы бизнес-план должен отвечать в этом пункте? Какова целевая аудитория и демография клиентов? Насколько быстро можно расширить проект, чтобы охватить больше игроков? Изучение уровня конкуренции. На всех современных рынках уже работают многочисленные онлайн-казино. Важно исследовать существующие бренды, которые также ориентированы на вашу целевую аудиторию, и решить, как улучшить ваши предложения. Успех во многом зависит от того, насколько хорошо оператор может использовать свои ресурсы. Стратегия продвижения. Использование как можно большего количества методов позволит охватить максимальное количество потенциальных клиентов. Что должен включать набор инструментов для продвижения сайта? Маркетинг в социальных сетях. Поисковую оптимизацию. Партнерские сервисы. Контент-маркетинг. Массовую имейл-рассылку. Эти методы направлены на привлечение новых игроков, но удержание пользователей также является критически важным. Для этого применяются разнообразные бонусы. Программа лояльности. Мотивация неактивных посетителей. Закрытые турниры. А также специальные значки, достижения и задания.
И, наконец, финансовые расчеты. Распределение стартового бюджета крайне важно на начальном этапе создания казино. Большинство затрат обычно приходится на поддержку программного обеспечения и процесс лицензирования. Поиск дополнительных источников финансирования будет невероятно полезен. Однако в приоритете всегда должна быть оптимизация затрат. Финансовый раздел плана также содержит информацию о резервном бюджете. Самостоятельное составление документа может оказаться довольно трудной задачей для оператора из-за отсутствия необходимых знаний и опыта. Сэкономьте время и обратитесь в нашу компанию за разработкой бизнес-плана. Онлайн-казино Market предлагает услуги по индивидуальному созданию бизнес-концепции на основе уникальной идеи клиента. Закажите у нас профессиональное сопровождение в разработке бизнес-плана или любые другие азартные услуги и продукты, в том числе готовое казино. А также подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы узнать больше о запуске игорного бизнеса.